Выходи, Коля. Не надо стоять, выходить и брать инициативу в свои руки. Николай Бизин, пожалуйста. Я не умею читать микрофон, но я попробую. Ближе микрофон. Здравствуйте, театр поэтов. Я опять рад вас видеть. Надеюсь, больше о тебе не слышать душой, что ощущает душу и за собою похищает, из тела выводя наружу, и суша расстилается под нами, и сущее, что душу очищает, и слышится обычно глуше, скрипичной нотою или словами, привычно возлетает выше и дышит там, где нечему дышать, поскольку плоть уже не существует. Надеюсь, больше о тебе не слышать, иначе, нежели когда летает, ликует и еще не знает о том, что больше нечего сказать, о том, что с большим надо возвращаться и помещаться в то, что много меньше. Но я не перестану восхищаться и восхищать тебя, и возвращать. Итак, передо мной любовь, гомункулус. Итак, передо мной живут не люди, но колбы химических процессов, прогрессом переполненный, весом значительный. Любовь, когда могу цветок из пепла нести любимый, как морской прибой разительный, как в колбе Парацельса, я буду исцелен тобой от сифилиса или от проказы. Любовь, когда могу цветок из пепла испепелить вторично на анализ спектральнейший. И все-таки я луч случайнейший, во мне живут пылинки, как солнечный планктон, и я играю ветром, или это он играет моим разумом, что разум? Не более, чем любовь с изнанки, как платьица на голом короле, где каждый виден шов и сухожилие. Я преклоняюсь пред его бессилием и в колбу Парацельса погружен. Володя, подойдите к камере, пожалуйста. Я вот вышел на сцену, а вы меня не снимаете. Не, не надо мне засовывать. Ты держи в руках. Сейчас тебе, ты думаешь, что ты крутой? Сейчас я грибу. Хорошо, как вам стихи Николая? Что скажете? Андрей, что ты скажешь? Ну, это интересно. Зашифрованные не складухи, не ладухи. Зашифрованные не складухи, не ладухи. Это критик наш так говорит. Хорошо, кому понравилось выступление Николая Бизина? Поднимите руки, пожалуйста. Опа, есть такие. А кому не понравилось? Понятно. Что-то мне не раскачать никак. Лариса, а какое у вас мнение по поводу автора? Ну, во-первых, пришел на песню взрослый автор, да? Ну, да. Поэтому он знает уже слово сифилис. Не, у меня, могу что-то сказать, неоднозначное восприятие, ну... Заумно, да, немножко? Да. Коля просто, вот поэт и Коля, я тоже, в принципе, очень уважаю, очень люблю его стихи. А Коля думает, что все, вот он такой великий гений, а люди-то по-разному твои стихи воспринимают. Ребята, гениальность – это всего лишь форма речи. Хорошо, спасибо. Это был Николай Бизин.